Слушай, у меня однокурсница есть бывшая. Ну, ты слышала про нее, наверное, Тамарка. Помнишь, я рассказывала? Ну, Тамара. С ней все время такие какие-то курьезные ситуации происходили. Она блондинка и в душе, и в голове, везде. Хотя училась она хорошо. А вот в жизни какие-то постоянно были вот перипетии. Ну, я тебе рассказывала, помнишь? Ну, короче, давай еще одну историю расскажу интересную. В общем, как-то нам задали очень много по английскому. По-моему, Тамарки не было в тот день. И, в общем, преподаватель нам на флешку все поскидывала, все задание, которое нам на следующий день сделать. И Тамара мне вечером пишет в WhatsApp, мол, что нам задали, Юль, напиши мне, расскажи. А я отвечаю, Тамар, там большой объем информации, я тебе все скину, какое у тебя мыло? Ну и жду ее ответа. Почему-то долго ничего мне не пишет. Я подумала, ну ладно, может, какие-то у нее вопросы свои, может, она забыла еще что-то. Ну, на Тамару это похоже, как бы. Через какое-то время приходит от нее ответ. У меня дуру, фаберлик и какое-то еще ванильное. А у тебя?